Здравствуйте, меня зовут Алексей Халецкий, а вы продолжаете смотреть ФФА сериал «За Шотландию» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если же не продолжаете, а видите эту партию впервые, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Сейчас я карту увижу следующим ходом, что искусственный спутник запустится. Красиво. Блин, места на карточке нет. Японец так широко расселился. Ну, я имею в виду, города так широко стоят. У него 4 города. Поэтому так решал. То есть у перса было 4 города, и у японца 4. И с Андро никто не распилил. Здорово. Почему тебе сам так постоянно везет с какими-то соседями, которые вообще тебе ничего не делают? Сидеть? Что значит постоянно везет? Что значит постоянно везет? Ну, прям вот прям прямое конкретно постоянно везет. Когда это было постоянство? Да вот только что, смотри. Не, ну только что, вот, пожалуйста. Был японец, и нету японца. Нет, ну как бы, ну что, постоянно. Напорт. Так, вот давайте глянем, сколько тут. Лунная экспедиция 3 хода. Здесь лунная экспедиция 3 хода. Ну давайте тут пока запустим. Вот это, я понимаю, караваны. 11 хром. Кому? Соседу. Вероятность побега снижается. Гарри. Робототехника уже исследована, тут тоже. Я вот отстаю. Хотя можно было научно действительно заключать. Но у них вот есть всякие штуки, плюс 15%, во-первых, если в городе есть академия или порт, тоже неплохой бонус. Но мне не открыты техи, которые нужны для постройки, в чем проблема.
Взлетную полосу я построил, это ускорится. Это ничего. И расщепление ядра ускорено на самом деле. Что-то глюки. Глючит тут немного. Ядерный синтез у меня ускорен. Я украл шпионом. Алюминиевый рудник построен. То есть вот эти три техи мне нужны. Вопрос, успею ли? Догоню. Так, может мне срывом ракетостроения 232, да не, я бы культуру не выиграл вообще никак. Там же делается запуск спутника и все. В каком он в городе? Не, так надо было выиграть до зад. Ну, по той динамике, это, по-моему, было даже близко. Не близко. Вот, если видите, бы там космопорт, 4 человека не умерло, как бы видна, подряд, как будто ракета стоит. Вот этот космопорт, где встречающий в этом космопорту, он строит проект. По-моему, больше даже. Попробую найти пустой японца, космопорт. По-моему, 7 за вы сравнили. Перса, то ли 7, то ли 8. 3 давайте, вот за Арчи и там в Токио, 6 по-моему, за Испанию. Построил. Ну, во-первых. Во-вторых, у тебя сейчас стоят наверняка карточки не на культуру. А, он строит. То есть, нет, вот смотрите, тут... Ну, сейчас тоже нет. Как будто заштрихован. Ну, так блин, я их снял недавно, может. То есть, когда уже реально стало прирастать больше внутренних туристов, чем мой турист внешний. Ну, вот видите, просто пустой космопорт. Тут ничего не строит. Ладно, чё я... Космопорты я строил еще, будучи с культурными карточками. Какой город Дронинген? 1000 туристов — это мало. Ну да, это мало. Я не знаю, как можно, в принципе, действительно победить без вот этих туристических пьес. Без чего нельзя победить? Туристические пьес. Ну еще ученый очень нужен. То есть то, и что ученый, я ученого, я подожди, как подожди, проект извини, даже туристических чего? Чудес. А, чудес. Ну, этот, как его, Христос Искупитель и Эйфелева башня. Тащило бы, очень круто. Которая там 300 дает процентов. Ну да, да. Так я же говорю, я прям от всех отказывался, и в итоге, короче, не... И в итоге забрал все-таки Сандра. Да. Как-то так хорошо. Блин, я в погоне за ого. Этими слишком много очков набрал. Два не хватило до золотого века. Не за...
А я аэропорт больше нигде что ли не строю? Тут надо строить. Надо три аэропорта. О, блин. Торговый путь. 5 жрачки, 10 промки, 40 золота. У тебя там реформы что ли стоят? Золотой век? Да нет, по-моему. Не может быть. Но оно плюс 3 дает. За каждый район. А, тогда да. Так, из Стерлинга 3. Из Дамфриса 2. Из Дамбартона 2. А сколько у нас ядер клеток-то летит? Первое. Там написано. 15, по-моему. Что, будем бросать? Да не, не 15. Раз, два. Так, раз, два. Двенадцать. Да не, это меня на мысль натолкнул космопорт Стерлинга. Я думал, был ли смысл ставить его с другой стороны по итогу. Наверное, был. Так. Я последний, кто лунную экспедицию не запустил. Нет, не было. Робототехника, Сандро, робототехника и нанотехнологии. Сандро уже нанотехнологии открыл. Грей, ну тут, блин, не запустив ядерку, как тут победить? Давай. Любители ядерного апокалипсиса. Я не достаю ни до каких космопортов, кроме одного. Как, в чем? А как же твои рассказы, что там заранее строишь атомные подводные лодки, чтобы они у тебя были, вот это? Ну, они есть, но у тебя. Здорово. Такие дела. Здорово. Прикол. Так купи, чуть-чуть, денег нет. Не открыто, правда. С этого надо начинаешь, не открыто. То есть где-то я апну, который там... Ну подожди, тебя что, не достает в ракет? Только туда и достает, о чем я и говорю. Он больше нигде не строит. Не, ну понятно, что если он сейчас начнет заканчивать, на этот я кину, но... Срочит на. Так он за один ход заканчивает. Пока он не открыл сетихи, он не может за один ход. При всем желании. Блин, пипец. Ни одного. Два очка не хватило. Ну вот как так-то? Ну вот. Все озарения даются да, ну мне не повезло, что мои соседи снизу вообще убились друг об дружку. Радостно. Там 4 космопорта. Я достаю до одного.
Ну давай сидеть прокликивать. Вместо того, чтобы подвести атомные подводные лодки и на него скинуть все. Зачем ты ко мне привел? Я вообще не планировал, как бы, вот это вот все. У меня цель-то изначально другая была. Но подводные атомные лодки ко мне ты привел. На всякий случай. А на всякий случай к Сандро ты ничего не привел. Так тебе. Потому что ближе. Я так не играю. Если мы заключали союз, я бы не стал на него нападать, даже если бы он улетал. При каком условии. Вот я поэтому и гранаты на тебя не кидаю. Потому что тоже считаю, что это неправильно. Так а что тогда продолжать? Так давайте Сандро победителем тогда назначим и пойдем что-то еще час сидеть. А почему сейчас? Сандро? Да вот две техи изучены, это вот две техи изучены. Да, тут я... мне-то осталось, ну, минут 20, то есть... Да, но у Сандро, напомню, ученый на 1500. Ну, он да, просто он открывает и все, и улетает. А Гавансу надо еще что-то строить. Но Гаванец ничего не хочет делать против Сандро. Ну, значит, не знаю, зачем тогда сидеть, тратить время. Какие-то есть варианты разве? Никто ни на кого не нападет. Я напасть не могу вообще ни на кого. Ну давай, хочешь, Димка, на тебя нападу? Как ты к этому относишься? Ну вот, да, нету смысла. Я буду что-то стараться делать. Все равно минимум 12 ходов. Нафига я тут? Нафига я там построил? Стою тут пока. Там какие-то механизированные пехоты очень суровые. Средневековье, средневековье античности. Средневековье. Димка Бао, варвары Монтесума. Блин, я, кажется, мог золотой век попасть. Античность, античность, возрождение. А есть античность? Все среднее. О, тут тематический. Напоминаю вам заглянуть на consolewar.ru. Мир этой игры – параллельная вселенная, в которой люди сражаются против рептилоидов. Им нужны руководители, поэтому они обратились за помощью в наш мир. Вы и есть консулы. Если перейдете по ссылке в описании к этому видео. Глобальная космическая браузерная стратегия, в которой донат сведен к минимуму. Ну а после регистрации не забудьте воспользоваться кодовым словосочетанием «Лёша Рептилоид». Я протупил, мог в последний день, в последний ход, купить генерала, получить 3 очка за это. Ну, я протупил. Да, надо было тебе, Сандра, соглашаться на этот союз, сейчас бы все логично закончилось вместо этого. Не атмосферного. Ну, я не знал, как это будет выглядеть, просто если... Ну, честно, я забыл, что там двое будет погибать справа. Ну, дикари. Так-то, в принципе, можно было бы, наверное, и заключить. Потому что прилетало, ну, минус 4 цивилизации на карте. И плюс это все начинает работать на одного человека. Ну, точнее, половина начинает работать на одного человека. Культура, я имею в виду. Наверное, логично было бы заключить. Плюс. Смотрю, голландец тебе еще и Египет космопорты рушит с... С промышленными зонами. Да, в любом случае не успевал долго про это делать.
day there will be no borders, no boundaries, no flags, and no countries. And the only passports will be... Мне вот это вот все не нравится, на самом деле, то, что происходит. Удовольствия от этого не получаешь. Просто уже дадим остальным лишний ход два. Окей. Но он запуск гидропонного модуля закончил. Реактор. Я до всех все равно не достану. Два я убил. Все. Это все, что я могу. Еще два космопорта в японских городах. Вон, Димка, у тебя же там это, вот прям рядом с тобой. У меня атомов нет. Ну вот аналогично. Ты лишние две тихи. Ну, виноват. Потопи. Какой больше вам демократи? Блин, я не успел увести шпиона. Ну извините. Ребята, что вы делаете? Свободу Алькатрас. В каком смысле, что делаем? Да я не могу сменить ничего, не могу сделать. А, блин, мне хоть как-то закрыть. Я думаю, пёпресс. Как же все лагает. О, хотели ядерную войну получить.
странно, мне показано, что в Раке Дети он уже отремонтировал. Это как? Не знаю, мне не показано такого. Мне пишет, космопорт разграблено. Странно. Ну, то если ты наведешь, может оно выглядит как починено, но если ты наведешь мышкой... А, да, вижу. Странно. А выглядит как починенное. О, а как Алькатрас так быстро освободился? На него ж вроде не действовала лояльность. Я его освободил. Лично. А, так это не го... это город-государство был? Да. Ты переименовал, что ли, его Сандро? Просто выглядит так, как будто он из-за лояльности отпал. Что, подожди? Извини, что ты не любишь это делать? Да, вот так вот нападать бессмысленно, потому что у меня запуск жилого модуля 14 ходов в Тельградах. Ну, как бы, я точно уже не выиграю никогда. Ну, а почему это значит, точно ты не выиграешь никогда? В этом случае, если бы ты не напал, ты бы точно проиграл. Вот это бы точно ты проиграл. Ну, пока ходы идут, я проиграл бы... еще может что-то измениться. Я проиграл бы, вот, ну, логическое завершение. У нас у каждого был план на игру, мы всю игру дружили, как бы, а тут, ну, ты строишь ракету, давай я тебе 10 ядерок скину на тебя. Выглядит это нелепо, конечно, в плане именно атмосферности. Ну, вы не всю игру дружили, вы последние сколько лет не дружили уже? Уже под 200 лет, извини, это много изменилось. Это Алькатрас наш началось, вот это. Совершенно разные народы. Блин, такие жирные японец с персом сидели, строили домики. Вот бы у меня так ацтек с испанцем, если тоже воевать всю игру. Хотя бы их и не забрал тогда. Интересно, индонезийца, тебя бы я мог забрать? Наверное, нет. Отлично, у меня просто все было в этих валертах, я просто не мог ничего сделать. А я закрыл и удалил город. Блин, где тут третий аэропорт, или мне уже не надо? А, мне уже походу не надо. Глобализация изучена. А на роботехнике не видно, что ускорено. Надо лазеры ускорить только и все.
Ну, как бы те космопорты, которые я разрушил, они не восстановлены. Есть еще два. Воу. И два города уже просто нету, да? Ну да. Ну это сурово. Не нравится тебе такое, да? Уничтожать египтян? Вообще, я мирный игрок. Но... И трупы, и горы. Ты старался культурно победить, но планета показала свой звериный оскал, что культура не нужна никому. Только быдлогопничество поможет в доминировании голландской нации. Приходится вырезать столько египтян. Причем это коренные египтяне, это не какие-то там бывшие персы, бывшие японцы, нет. Димка, ну... Голландец исследовал все техи, открыл уже. То есть теперь он будет улетать. Я стараюсь. Я честно стараюсь. Ща я тут этот космопорт построю ходов за 25. Какой космопорт? У тебя уже все есть. У меня два космопорта, а проекта сколько у нас проектов последних? Три. Космопортов два. То есть мне надо 11 ходов построить один проект, а потом еще один. Ну, про 11 ходов я не верю. 11 вообще. Прям. Вот. Ни на йоту не обманываю. Цифру в цифру. Блин, обидно получить, ты по науке просто отстал. Я да. Вравне с вами. Не, ну слушай, ну вот это, смотри, во-первых, я все-таки думаю, что это какая-то ошибка игры, потому что, ну, конечно, у тебя много туризма, но тот же Димка играл, он победил туризмом тогда. Димка, тебе разве давали что-то, какие-то тихие? Ну. Значит, видимо, вот с последним изменением. Это, нет, это было раньше, я уже видел, я даже вот Леша в начале этой игры говорил, что дают вот так эврики. Да, но у меня тогда вообще не было никакого туризма. Мне это дали непонятно за что вообще для меня. То есть я-то вообще никак в туризм не шел. Ну, да, может, это и не связано с туризмом, я опять же лишь предположил. Да почему у тебя так много их было? Фиг. Мне их сыпало просто меня. Вот. А перс просто. То есть не перс, то есть Египет, он же тогда шел с нами наравне, а потом ну, как да. Захватил этих ребят, у него как поперло. Почему на науку поперло? Ну потому что они построили кампусов там кучу. Сандро, поделись с нами, там были у кого-нибудь лаборатории в этих кампусах, которые ты захватил? Да. Они даже лаборатории построили, вот представь. Нет, там было видно по всем, ну, по ветке технологии, что... О, лазеры добыты, отлично. Отлично. Так, тут ничего не надо менять, все остается так, как и есть. Знаете что, может, уже деньги мне не нужны, давайте хотя бы соседство кампуса и промышленной зоны. Да он примерно наравне с нами уже. О, да. Там бомбардировщик на земле валяется. Подними. Не-не, пусть лежит. Пригодится. Это сбитый пилот. Будет спасательная операция. Black Hawk, Hawk Down. Вот это. Так, что это такое? Если можно не кидать хотя бы секунд 30 сейчас, ничего. Карточки на место. Сейчас
стоит с этой карточкой в темном веке. Ядерки строятся значительно быстрее, чем темные проекты. Ну, прям так раза в три. Чем космические проекты, в смысле. Да нормально, у меня тоже целая пачка этих ядерок стоит. Я просто реально не хотел кидать. Думал, так, разобьемся. Надо было заключить союз. Надо было, может быть. А может и не надо было. Кто его сейчас поймет? Не, ну я как могу честно сказать, что если у меня есть союз с человеком, и он там заканчивается, я первый никогда не буду на него попадать. Ну вот именно в такой ситуации, как здесь. На, поскаутите. С чем ты скаутил? Слушай, ты не поверишь, мне за убийство армии РСЗО одного одинокого скаута дали 3 очка эпохи. Это был эпический скаут. Он столько повидал, что вам и не снилось. Не надо смеяться. А, ну да, он же прокачанный, там, видимо, за прокачки, за то, что он какого третьего уровня и выше. Да, Рэмбо. Его звали Рэмбо. Ну, короче, я тоже не улетаю, наверное. Денег нет, но вы держитесь. Сейчас внезапно лидером стал Димка. Димка, дай мне... А ладно, не надо, чего сейчас уже просить-то. Один золотой хотя бы. Один золотой. Один золотой, бля. А, да. Там банкротство, тогда и да. Так, с банкротством никуда. Остаетесь здесь. Никуда не улетай. А, ну слушайте, ну я вот только сейчас вижу, что Кир уже был практически в конце технологического дерева. Да. Когда ты его выносил. Я представляю, сколько у него науки было, и его забрал. Когда у нас было по 200, у него было 300. Да, дело в том, что это тупая тактика. Он упарывается, ну вот он с искрой везде поставил. Он ставил города, которые были, ну, трэшевые города. Это беспромощь, ну, города без промки. И там ты ставишь синий район, и что? Вот ты потом, вот я приезжаю и забираю. Вот и все, на этом все и закончилось бы для Кира. В любом случае. Поэтому он говорил, типа, что на меня никто не едет там, не нападает. Потому что он это тоже сам понимал. Один вариант это было выйти как-нибудь по-быстрому в эти лаборатории и построить антитанковые какие-нибудь войска, противотанковые войска. Ну, города, да, действительно, у вас стоят. В четвертом радиусе каждый. Это легкая мишень. Очень легкая. Не, ну на самом деле, если бы там игрок играл, мне кажется, он бы, ну, мог бы посопротивляться уж точно. Да, тем более, что тут, видишь, тут... Крей, ну на месте можно было с японцем, вот они сидят по краям, они могли сказать, слушай, да пошел нахер этот египтянин, давай его пилить. Ну, по-хорошему, да. Не, на самом деле... Один клепал чудеса, другой непонятно, что делал. Египет-то был не один. Мы с Сандро против этих двух ребят. А тебе зачем? Это уже другой момент. Как зачем? Я 400 золота получал с караванов в Египет. Половину. Ну, отправил потом к японцу и персу, нет, господи. Нет, японцу и персу не дадут столько, даже близко. Это же Египет. Да. Города мне не нужны, мне своих выше крыши. Ну, тут действительно вопрос в том, почему они не делали армии. То один, что другой. Естественно, я сижу, я начинаю спокойно себя чувствовать, потому что у меня всегда армия была больше, чем у них. То есть, это, вот была ситуация, когда Леша начал готовиться к войне с Аптеками, я смотрю, у него армия увеличилась. Все, я начал клепать свою армию. Да, я хотел именно с тобой воевать, потому что эти внизу не конкуренты. Они, ну, просто, да, не конкуренты. Но с другой стороны, я понимаю, что я начинаю с тобой воевать, даже если предположить, что я там тебя продавливаю и выношу. Получается, у меня нету союзника, с которым я могу торговать нормально.
у меня некуда посылать караваны. То есть вот эта их механика новая, которую они добавили, она реально, ну, немножко работает. Притормаживает, да. И у меня эти внизу, даже если бы там, предположим, Арчи вынес бы испанца в итоге, он все равно, ну, и не конкурент, и не помощник ни в каком виде. Ну да, там ни районов, ничего не было. Вот, и что делать? В принципе, место было куда расселяться у меня, я и поставил города. Ну, видишь, тут всегда выгоднее, если ты можешь воевать и захватить соседа, именно захватить, то, конечно, выгоднее чем это быстро сделать. Да, ну да, ну, собственно, как Египет сделал. Он сразу такой буст к науке получил офигительный. Ну, если сосед тебе это позволяет делать, почему это не делать? Если сосед заснул, да? Нет, сосед заснул, это вообще отдельная песня. Я не про Кира, я про японца, ребята. Ну да, японец тоже очень быстро сложился. Я не знаю, слышали или не слышали, там переход хода был. Я говорю, я про японца говорил как раз таки, что это, ну, это японец больше виноват, мне кажется. Потому что у него-то все было в порядке. Он был, по крайней мере, с нами. Ну, он был с нами, и плюс у него... Ну, он просто, ну, как бы, агрил меня своими чудесами. Губернатора. Так, давайте-ка мы попробуем кого? Магнуса, он в Биму сажает. Что тут космопорт? Давайте вот тут мы Магнуса и нейтрализуем в Биме. Ты мне ракетой даже умудрился Альгамбру разрушить. Ну что за человек? Так, самое интересное, лол в том, что Стоунхендж надо чинить два хода. Камни, блин, поразлетали. Их от радиации чисто там стоит. Изверг. Изверг. Просто изверг. Взял все, порушил. Слышишь, а что мне надо починить, чтобы стенка появилась обратно? Я что-то не пойму. Центр города а починен. Потом, ну, внизу там ремонт внешних укреплений. Там не сразу ремонт, просто появляется возможность. Да, все. Я ж думаю, вроде раньше чинишься. Нет, там сразу, по-моему. Это вот как нет, раз там город. Про укрепления их можно чинить только если город не обстреливается какое-то количество ходов. Но это не касается ядерных ракет. По крайней мере, я в Роттердаме на второй ход, то есть первый ход я подсоединил центр города, на второй ход я починил стену. Прикольно. А, шахта вот стоит пустая около Алькатраса, и там понятно, сколько ядер поверь. На самом деле у меня их не столько. Это обман. Так это у меня их столько. Это же моя шахта. Разве твоя? Это моя шахта. Хрена ли она твоя? А показывает мои бомбы. Ну, типа, имеет в виду, давай запускай в него еще, давай еще. Я могу еще покидать. Куда я? Ты имеешь в виду, вот эти 9 бомб, это твои, типа? Это мои тянем? Бомбы. Мои, да. Просто я, ну, как бы, я могу сейчас забросать тут все нахрен. Кидай, чё.
Ну, кидай на Нехин, посмотрим. Да, и на Эдфорд. Там можно и в Стерлинг закинуть, там говорят. Для разнообразия. Вот я, самое интересное, я не пойму. Вот я согласился на все кризисы, да? Причем два кризиса против голландца и один кризис против египтянина. Но войну объявил только египтянину почему-то автоматом. Ну, типа последний. А это никак выбрать нельзя, в какой очередности. Кира был. Не, там вот слева написано, может, это очередность. Считается. Да, это очередность, но выбрать-то ее нельзя, то есть ты не можешь вот в какой-то... Ты... Ну, под себя, да, не можешь, получается. То есть ты должен либо последний принять, либо от последнего отказаться. Ну, в данной ситуации. Десять. Твои ракеты или чьи? Мои, мои. У тебя их 10 штук. Да. Я могу, кстати, Амстердам сейчас развалить. Ну, я могу также и ракидет, давай. Так, а давай ракидет, тогда этот кризис выполнится. И ты бабло получишь. Что давай, вот что ты их слушаешь, Грей, все время? Тебя бросили, толкнули на ту скользкую тропинку. Ты меня толкнул на скользкую тропинку победы, да? Просто заключай союз, и никаких проблем. Так, здесь у нас жилой модуль 3 хода. Я уже много раз говорил, что я никак в спину не бью, и более того, если союзники попадают, я им помогаю. Я тоже думал, что ты не бьёшь. Союз-то не было, друг. Да, знаю, я знаю. Теперь у меня настоящая, у меня улучшенные клетки теперь. Вся моя чеченица просто отдыхает. Кстати, клеточки с наукой даются до сих пор. Ну так этот не разрушен. А так выглядит, а, нет, прикольно. Нет, короче, не разрушен. Так прикольно выглядит. Короче, вся хата, полностью вся хата в радиации, все разрушено, все чудеса поубивали. И рядом стоит развлекательный центр. И там карусель, блядь, крутится, понимаешь? Им весело. Катаются какие-то мудаки на лошадях. Я просто вижу. Я не понимаю, откуда эта радость. Откуда? Не, Сандро, не. Сандро, ты не прав. Если ты внимательно приглядишься, то карусель крутится без людей. Это просто... Это, кстати, возможно и такой вариант. Это как раз такой вот картина апокалипсиса. Fallout. Fallout у меня в сраке случился. Кстати, да, возможно. Но два коня каких-то. Без всадников тоже. Блин, если бы ты мне не сжёг этот город, у меня бы все проекты за 6 ходов, ну, достраивались уже. Да я просто решил... Понимаешь, у меня на тот момент войны, как бы, ну вот, запуска, у меня было готово, по-моему, 5 или 6 ракет. Там ну, я думаю, нахрен мне запускать. А сейчас есть еще и бомбардировщики, которые, ну, летают далеко. И как бы вообще можно захламить тут все. Но там же есть ребята еще, правильно, у нас? Пацаны. Ну, у них теперь есть ребята. Возможность, пацанов. У них? Ну, да. Если ты раньше не улетишь, я-то точно нет. У меня 2 космопорта, было бы 3 города. Какое раньше, ребят, не изучать еще техи. Так, космопорт 16 ходов, сейчас может я построю побыстрее. Вот я отстаю на 3 техи.
Космопор 25, ну здесь, наверное. От Сандра и на 4 тики от Грея. Ну, тогда ГГ. Ты выйди в ВПЛ, на самом деле, тебе не надо это сделать, просто кинуть ядерки туда. А, ну, кстати, насчет союзов, я только в одном случае могу напасть на человека в союзе, если на него алерт придет, там, за какое-нибудь предательство. Не, он тебе просто когда в союз, по-моему, даже не идет. Не, приходит. Такой алерт приходит. Если ты нападешь на человека, которому у тебя был раньше союз, все карты приходят. На всех, ну, в данном случае, как у нас в этой игре, на всех семерых пойдет. Вот за захват ГГшки, например, не придет, да. А вот за это дело придет. То есть надо аккуратно дружить. Да. То есть, если ты нападаешь на именно на союзника, дружить можно сколько угодно. Если ты нападаешь на человека, с которым у тебя был союз, на всю карту может прийти квест на тебя. И твоим друзьям, и союзникам в том числе. Наконец-то, по-моему, я собрал все, о, наконец-то. А то кто их знает? Сегодня они тех предали, может, завтра и Антич других. Или нет? При этом, если ты нападешь на своего бывшего союзника по этому алерту, тебе могут объяснить, а ведь, по-моему, на следующий ход войну тоже. Древний возрождение. Не, не могут. Ну, не по алерту. Так-то, пожалуйста. По-моему, по алерту. Алерта нет. Там какая-то интересная, ну, я не знаю, какая формула используется, но... Извините, я понимаю, что это сейчас немножко будет не в тему. Поменяйте какой-нибудь артефакт. Самое время. Мне нужен либо античности, либо возрождение, либо древнего мира. Слушай, Лёш, я сейчас открою свои внимание. Артефакты. Вопрос. Ну, я хочу тематический бонус, что такое странное это желание. Там еще разные нации должны быть. Ну, я думаю, что это не проблема. Ок. Поэтому не предлагаю. Твое, по-моему, у меня вообще нету ни одного. Димка Бао. Я тут в основном этого ацтеков, испанцев и варваров. Mm-hmm. Не, у меня я, соответственно, варвар и свой вост. Но две темы я собрал. Это мумия. Бомбардировщик на траве там нормально валяться? Смотри, он там... Да! Все. Вау! Все-таки улетел. Ну? Видите? 1500 это крутой, конечно, бонус. Он своевременный просто. Ну да. А взял он этого ученого, потому что опять же захватил этих всех и смог там эти проекты сделать. Потому что когда был этот ученый, я во всех своих городах поставил. Египта даже не было видно в этом рейтинге. И вдруг внезапно, щух, за пару Египет ходов забрал. Я знал, что надо делать. Ставить эти компостные проекты уже. Боже. Вообще спасибо. Спасибо японцу. Хороший человек. Грей, у тебя что там, 1000 культуры вход было, что ли? Сколько? В какой-то момент, около того. Там культура заход. А, жесть, конечно. Ну это вот с карточки на сюзеренов. Ну да, да. Ну вот, наука заход. Вон там Сандра взлетел просто. Все держались около 200. Хрена, короче, 600. Буквально там через 5 ходов. Ну, да, понятно, да. Что тут был небольшой дисбаланс в том, что там человек одного не было, а другой просто решил, ну, не отбиваться. Почему? Не может. Мы-то, конечно, дальше что-то старались, пытались сделать. Ну, тут скачок. Причем это на все повлияло, и на научную победу, и на то, что у меня туристы улетели. Я пришел, ну, мне пришлось то же самое, строить космопорт уже и так далее. Вывод. В пати брать проверенных людей. Монтесуму больше всех юнитов убил. Так он и больше всех потерял.
Я вообще только одно чудо построил. Да, это печально. Я РПшно построил пирамиды. Ты построил пирамиды, Стоунхендж, Чеченец, Альгамбру. Итак, прекрати. Я говорю, я РПшно построил пирамиды. Я ж не просил перечислять все построенные чудеса. Интересно, что японец построил. Египет построил. Столько же чудес, сколько и я. Посмотрите, как красиво ацтек с испанцем на Умки вход стелятся просто по дну такое днище. Да, это... Это печально на самом деле. Ну да. Но я не знаю, что они опять упороли. Да это Арчи, это постоянная, ну, стратегия, только захватить кого-то. Если не может захватить, все. То есть ты просто первым делом строил театральные площади везде, в каждом городе, или как? Ну, театралки у меня были раньше, чем промзоны, но... По-разному, в общем, где-то вторым, где-то третьим районом, но они были во всех четырех городах уже, самые поздние третьи. Не, ну я видел, что у тебя уже шли, короче, культурологи до того, как начали торговцу всех. Ну да. Не, первый я вообще, да, очень рано построил. Прям. Ну я вот, по-моему, построил там какое-то чудо, эту Ападану, и получил Эврику, и сразу же построил рядышком культурный интернет. Ну все тогда, спасибо за игру, с Андрос победой. За игру. Спасибо за игру. Да, ну, честно говоря, патч не особо изменил, прямо скажем. Ну, кстати, основное изменение, знаете, какое? И оно работает. Вот они исправили количество времени, которое губернатор находится в минусе. Человек убил губернатора, и он три хода возвращался. Это приятно. Вот эти вот изменения, наверное, может, даже и лучше, чем какие-то там... Ну и то, что генералов, ну, убрали эту фишку с атакой, и потом, возможно, порядок это. И генералов убрали, и... Тоже важно. И ГГшки все-таки стали теперь не тупо в три юнита захватываться. Ну, то есть они вроде такие мелочи, но это нужные мелочи, так что... Ну, патч... Просто все... Хочется большего, как всегда, но получаем вот так вот. Мы старались, но не смогли. Ну, потому что не особо и хотели. Мы старались, но не смогли. Потому что не особо не хотели. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.